Да. Неправильное заполнение путевой документации в порядке проведения медицинских технических осмотров. Сотрудники Ространснадзора выявляют данное нарушение, соответственно, составляют административное материальное и административное расследование. Две машины, получается, дверь Конакова в приближении из города Конакова, а дверь Веткина в приближении в сторону города Веткина. Куда заказывать его? По заказу? Да. А кто у вас владелец вашей машины? Вы владелец, а? Я владелец. А какие нарушения? Мы собственные свои. Не знаю, никакой нарушения нет. А вы знали, что у вас какие-то нарушения есть, вы ездите? Нет. А в какой населенный пункт вы между кем и... Мы Тверь, Редкино, постоянно. Постоянно это как, давно? Да, 2 года уже. Будет 2 года ездить.